на месте. Хорошо. Мы приветствуем и раду, и интересуемся, готова ли она к диагностике, доверили ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. И насчет 3 три сканер начинает сканировать пространство над головой и рады. Под ногами, вокруг нее 360 градусов, сканируется все семь тонких тел. На них находятся любые чипы, датчики, импланты, подключки, конвектор. Два, три. Сканер начинает сканировать все семь тонких тел. Находит все. В нее вокруг нее присутствует зелень какая-то такая, как дымка. Зелень, хорошо. Дальше. Туманчик такой. Вот он сейчас. И к нему притянулся саламандр. так ты что? Так, так, это зелень еще находится в биополе, да? Это его, его энергия, наверное, Она сейчас в клетке. Да. И к зелени притянулся саламандр. Саламандр, хорошо. Поехали дальше. У нее инсектует а У нее инкуб. И джин. О, джин. Считай цифры над головой джина. Шесть тысяч семь. Шесть джин. Так, магически он там на тебя не воздействует никак? Ты мне скажи сразу. Летает по клетке. И я даю команду Джину остановиться. И все его магические приборы, все, что у него есть, серьги, кольца, его шляпа, головной убор, все переносится в соседнюю клетку. Один, два, три. Он замирает на месте. Ну, он замер, ручки сложил, говорит, зачем ты раздел меня? А зачем ты летаешь, когда я с тобой разговариваю, когда ты у меня в клетке находишься? Ты должен встать и слушать, что я тебе говорю, Джин. Обстановка изучает. Ты уже понял, где ты находишься, или тебе объяснить? Отсюда ты не уйдешь никуда. Немножко понял, немножко не понял. Ты находишься на чистке. Мы здесь по воле излиянию и рады. И производим ее чистку. Она нас попросила вывести всех интерферентов, которые воруют у нее энергию. И которые ей осложняют жизнь. Поэтому мы находимся здесь легально. Вы все находитесь здесь нелегально. Процедура сегодня объясняю сразу. Сейчас будет происходить треверс энергии. Мы отдадим вам весь негатив, который вы ей дали. Заберем у вас все позитивное, что вы у нее украли. После этого я дам команду, каждый вытащит из биополя, что он оставил. После этого я провожу проверку 2 миллиона герц. Если кто-то меня обманет или что-то не вытащит, я его сожгу в клетке ударом 2 миллиона герц. Всем понятно? Все, кто пройдут проверку, уходят на свою чистоту первый раз. Если я повторно кого-то словлю в этом биополе, он придет после того, как человек аннулирует все контракты, произнесет манифест о своем волеизлиянии, о своих энергии, о своем праве на них. Если кто-то после этого придет, того я буду действительно серьезно наказывать. Если меня сегодня кто-то будет обманывать в клетку и не отвечать на мои вопросы, я начинаю на него воздействовать. Поверьте мне, у меня есть меры воздействия на каждого из вас. Я не хочу этого делать, но я вас предупреждаю. Обман здесь я не терплю. Всем понятно? Да, понятно. Всем. Хорошо. Теперь переходим к процедуре. У нас четыре канала, Вера. Саламандр, инзектоид, инкуб и джин. Правильно? Да. Хорошо, отлично. И я даю команду тонкой копии и Рады спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Один, два, три. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной энергии по каналам чужеродная по отношению к Раде энергию страха, неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Так, хорошо, Саламандр, я обращаюсь к тебе. Это ты огненный Саламандр, как я понимаю, да? Нет, он зеленый. Зеленый Саламандр. Хорошо, объясни мне, как долго ты находился в ее биопуле и как ты зашел? На какую эмоцию, на какие вибрации, где это было? Покажи ситуацию. Ну, показывает тут. Он рот открыл, и из него вот этот туман выходит, зеленый. Ну, это ты показываешь, как ты ее заразил. У меня вопрос: как долго ты сидишь в ее биополе? Год. Один год. Как, покажи ситуацию, когда ты зашел. Что тебе так в ней понравилось? Это была какая-то ситуация или какая-то энергия? Ну, теплота. Уютная ему там. Но очень много уютных и теплых людей, душ на земле. Может, ты мне что-то не договариваешь, Какая, Какое ее действие тебе так понравилось? Ты не арахнует, чтобы просто приходить, когда он видит, на кого-то он прыгает или спрут какую-то энергию. Ты все-таки относишься к криптилоидной расе, поэтому я все-таки хочу понять, как это, что тебя притянуло к ней. Он мне показывает, дети играют, и она да. к ним склоняется. Да. И что-то делает с ними. Ему понравилось вот это. Понятно. А зачем ты ей тогда свою энергию дал? Он так зашел в нее. Он так зашел. А какую энергию ты у нее брал? Реверс закончился. Закончился. Хорошо, сейчас продолжим, Саламандр. И устанавливается фильтр золотой сеточки на все каналы и в порядке реверса. И рада забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращайте, и рада себе обратно. Она хозяйка своих энергий возвращает всю свою себе обратно. Пошла энергия. Ну, хорошо, она склонилась над детьми и дальше. Тебе понравилось, и ты зашел просто, да? Но он почувствовал в ней вот этот уют, вот эта доброта, она его, как сказать, не как раздражала, а как давала ему такую особую энергию. Mm, понятно. Хорошо, скажи мне тогда следующий вопрос Как эм, а это отражалось на ее здоровье, как она на патогенном плане, то есть какие у нее были какой дискомфорт, где она себя плохо чувствовала, твоих энергий? Как это проявлялось, твое присутствие в ней? Ну, получается, что затуманивалось у нее вот этот туман, да. мысли затуманивались иногда. Ну, это, конечно, человек. Он когда... Получается, да. получал как какой-то разряд, он показывает. Вот эти, он получал определенные вибрации от нее угу. и от него как разряд шел, который мешал ей в свою очередь сконцентрироваться и путал мысли, да? Да, он как туманил вот этим зеленым, зеленой энергией. Хорошо, все понятно. Перехожу к инзиктоиду. Инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Реверс закончился, Вера? Или идет еще? Реверс идет пока. Хорошо. Итак, инзиктоид, как долго ты находился в этом биополе? Четыре. Четыре года. Значит, у тебя там есть и подключки, и жидкость, и все остальное, да? Инкубатор, возможно, есть? Да. В животе что ты установил? Где там твой инку... есть инкубатор. Там. Инкубатор в животе, понятно, хорошо. Так, инзиктуид, скажи мне, когда ты начал ставить, э, вернее, этот вот строить 4 года назад домик там, тебе же надо было место. Правильно? Поправился человек от этого? Ты не вынуждал его поправляться, чтобы тебе больше места было. Он не знает, когда он пришел, она была большая. Ладно, хорошо. Все, реверс закончился. Да. Хорошо. Так, Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? Полтора года. Полтора года. И я спрашиваю, Джина, Джин, как долго ты находился в этом биополе? Шесть лет. Шесть лет. Джин, а что тебе объясни мне, так в этом биополе нравилось? Где ты подселился? Покажи мне ситуацию. Много ли ты на ней заработал золотых монет? говорит, что он мой друг. Он мне вообще такие картины показывает. Давай. 1324 год, это что-то индийское. Она танцует. Вижу. Танцует восточные танцы. И вокруг подушки, ковры. Ну, и он жил в этом гареме, да? квадрат какой-то. Она наложница. И они подружились с этим джином. Да ты что? У него есть кувшин, который вот... Она с ним разговаривает, то есть они подружились. Я не уверена, что она его действительно видела. Я тоже не уверен, что но человек... Но она принимала его за друга. Джин, скажи, как ты ее обманул? В каком образе ты ей представ... представал тогда? Ей было очень одиноко. Понятно, в каком... И она разговаривала с ним, и... Нет, она так и говорила, что говорят, что джины живут в кувшинах, терла этот кувшин. Но он она говорит... его не видела. Но, э, в общем, они договорились, что они друзья будут всегда вместе. Но это твоя версия этой истории. Я обращаюсь к Ираде. Ирада, вы помните эту историю о том, о чем он рассказывает? Вы можете ее подтвердить? Она вообще не понимает, что происходит. Джин, который находится сейчас в клетке, утверждает, что вы с ним друзья с 1300 какого-то года, когда вы были в прошлой жизни жили в Индии. И по его словам, вы хотите быть с ним все время вместе, потому что вы друзья. Вот так. Она, она... не может ничего подтвердить. Она пока не понимает. У нее нет энергии. Понятно. Хорошо. Она все... не помнит. Все понял, хорошо. Ладно, Джин, твою историю мы потом послушаем. Итак, Саламандра, я тебе сейчас обращаюсь. Ты выходишь сейчас из клетки и забираешь все, что ты оставил на своей чистоте. Все подключки вытаскиваешь, всю энергию, все, что у тебя там осталось. И возвращаешься в клетку, докладываешь о готовности к проверке. Но он плечи, как-то в области плечей, шеи и плечи, он там убит. Там и голова находится. Там ему легче затуманивать. Грудь, вот эта область. До Зеленая груди. голубая чакра. Да, это грудь Попроб. и горло. Хорошо, так, инзектоид, прошу тебя сейчас выйти, отсосать всю жидкость, забрать все, что ты оставил, до малейшей частички. Он в больнице зашел после рода. Кто? Инкуб? Э, инзектоид, да? А он вытащился. Хорошо, обращаюсь к инкубу. Инкуб, выходи сейчас, вытаскивай все свои. Ленточки, ошейники, все, что ты установил, ничего не забывай, чтобы пройти проверку и уйти здоровым и целым. У него нижняя часть от пояса. Да. И ниже руки. Хорошо. И, значит, три я даю команду все, что оставил Джин для и и рады. Значит, три начинает безболезненно выходить из всех семи тонких тел выходят все энергии, все подключки, датчики, импланты, чипы, все возможное, установленное на чистоте джина, на счет 3, 1, 2, 3. Все начинает выходить, включая и ради внутренний белый свет. И она помогает нам, выдавливает изнутри весь, все остатки энергии джина. Помогая ей выдавливать, все это выходит, начинает наматываться в шар перед ней, все нити наматываются. Готово. Что у нас там вышло, Вера? Намотался золотой диск. Открывается под ним портал в галактическое ядро. Один, два, три. И он улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И на счет три начинается рассинхронизация энергии Ирады с энергией Саламандра, с энергией Инзектоида, энергией Инкуба и энергией Джина. Один, два, три. Начинается рассинхронизация до число значения 100%. Готово. Отлично. Я подхожу к Кираде, кладу руки на плечи и помогаю ей произвести импульсный удар и сжечь каналы. Один, два, три. Удар. Сжигаются все каналы. Готово. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро. И все эти каналы улетают в галактическое ядро на переработку. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Хорошо. Я даю команду на счет три. Сканер начинает сканировать Ираду все семь тонких тел. Контрольная проверка. Если что-то осталось, моментально загорается маячок. Один, два, три. Сканер начинает сканировать. Малейшие наночастицы уничтожаются прямо на месте. А, зеленый. Зеленый. Хорошо. Так, все все поняли. Больше в это тело не приходите, потому что если человек пожалуется, мы опять вас через 10 минут вытащим. И вы будете стоять в клетке. И тогда я буду более суров к вам. Можете даже и в галактическое ядро уйти. Всем понятно? Да. Саламандер готов уходить? Готов. Открывается наверху портал на, против часовой стрелки на частоте Саламандра. Один, два, три. И он уходит на свою чистоту. Забирает все, что с собой принес. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Инзиктоид готов уходить? Готов, да. Открывается наверху портал против часовой стрелки. Один, два, три. Инзиктоид забирает все, что он с собой принес. И уходит на свою чистоту. Один, два, три. Закрывая, печатаю, растворяем. Есть. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки. Один, два, три. И инкуб забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Один, два, три. Закрывай, печатай, растворяй. Есть. Так, Джин, скажи, а у тебя какой-то контракт с ней есть? Судя по твоему вот этому тексту, который ты мне тут рассказал, у тебя должен был с ней контракт. Есть. Но я же его буду сейчас аннулировать. Ты это переживешь? Человек вообще о тебе ничего не знает. Ты здесь нелегально. Будешь ждать, пока я контракт аннулирую, или хочешь уходить? Уходить хочет, не тебе верит. Правильно делаешь, потому что я все купи, притяну и так далее. Так, Джин, еще один вопрос. Ты оставил что-то в квартире у нее? Есть там порталы, каналы, воронки? Ты шесть лет жил в ее биополе, ты должен знать об этом. Живут там космические или низковибрационные? Он говорит, не мучи меня вопросами, я в ней жил, с ней дружил. Ты дружил сам с собой, Джин. Я тебя прошу, ты что, думаешь, ты первый Джин, которого я вижу? Ты знаешь, сколько их уже видел? Я даже их отправлял. Верит, верит. Я, я даже отправлял некоторых в 1300 какой-то год. Он попросил, я его отправил в этот к шаху какому-то, понимаешь? Потому что он мне многие интересные вещи рассказывал. Ты мне ничего не рассказываешь, ты говоришь, не мучай меня. Ну, не буду тебя мучить, отправлю тебя на твою чистоту. Так, все, давай верну ему все, что у него там было. Ты понял, Джин, больше не пытайся даже в это тело приходить. Потому что если ты второй раз со мной встретишься, ты увидишь меня совсем другим. Понял. Хорошо. Так, и возвращая все ему его магические приспособления, один, два, три, в его клетку летят. Он забирает их, открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте джина. 1, 2, 3. И джин уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес, если что-то есть, закрывая, печатая, растворяясь -за в огненную пентаграмму. Готово. Джины – это что-то между бесами и демонами. Вот такое вот звено. В общем, демоны их не любят. У нас клетка пустая, Вера. Она зеленая, туман есть. Открывается внизу под ним портал в галактическое ядро. Этот туман зеленый улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Хорошо. И есть что-нибудь из магического воздействия? Посмотри, пожалуйста. Хорошо. Как она выглядит? Посмотри, Вера. И рада, как вы себя чувствуете? После чистки. Прекрасно и легко. Вы поняли, что произошло, да? как пританцовывает. Хорошо. Вокруг как... Себя. Ну так джинны, инкубы, инзиктоиды и саламандры нет. И сейчас у вас начнется потоки поступления энергии. Держите высокие энергии, ни с кем не ругаетесь, поддерживайте позитивное мышление, и все будет хорошо. Формируйте свои на... намерения и повышайте осознанность. Это совет от нас. Хорошо, Верочка. И для усвоения вибрации возвращаем тонкую копию рады в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. Один, два, три. Я на месте.